Федя, реквизитор. Андрей? Так, меня продюсер говорит, что нужно начинать. Что делать? Хорошо. Давайте начнем, я думаю. Я скажу все-таки два слова. Ну вот. Вы поняли, да? Главное, что вас видят. На самом деле, я хотел два слова сказать, потому что говорят, что если ты затронул в своих фильмах хоть одного человека, уже стоит того. Думаю, мы точно одного затронем, вас достаточно много. А мне искренне хотелось, ну как бы, чтобы вы получили фан и удовольствие от этого фильма.